Вы знаете, я бы ответила чуть иначе на этот вопрос. Дело в том, что я видела недавно буквально фильм, американский фильм. К сожалению, не смогу сейчас сразу вспомнить и сказать, потому что он бы ответил на этот вопрос буквально дословно. Американцы придумали, что вот президент изменил своей супруге, а нужно было вот делать какой-то вот, нужно было получать хорошие рейтинги, и придумали, взяли маркетингового директора, серьезного пиарщика, и придумали, что будет проблема и будет война в Югославии. И, а где Югославия? Неважно, где Югославия. Придумаем. И взяли девочку, искусственно создали вот ситуацию, обратились к киношникам, там играют потрясающие актеры. Киношники создали схему, что война, бедная девочка проходит, стреляют, и все. И народ переключился от измены президента к войне, которой не было. Югославцы говорят, у нас нет войны и так далее. Поэтому, Миша, надо верить вообще вот во все это, потому что настолько мы становимся уязвимы и действительно не понимаем, что правда есть, что не есть правда, и кому это выгодно, и почему то или иное происходит. Ну, я предполагаю, из той информации, которой я обладаю, что все-таки Малайзия тоже говорит как бы совершенно о другом, хотя это вот, да, были их авиалинии. Поэтому я думаю, что все-таки должна быть правда на нашей стороне.